В нашем регионе продолжает расти число желающих служить по контракту. Пройти все необходимые для отбора этапы стало проще. Теперь они могут занять всего лишь один день. Ежедневно двери областного сборного пункта открыты для всех желающих служить по контракту. Это позволяет населению уточнять всю необходимую информацию и оставлять заявку на включение себя в список. Министерство обороны России предоставляет военнослужащим широкий перечень социальных гарантий, льгот, возможность карьерного роста. Также обеспечивает достойное денежное довольствие. За всей подробной информацией вы можете обратиться к нам на пункт отбора, который находится по адресу улица Привокзальная, дом 17. Также можно позвонить на линию, телефон горячей линии 117 и также по нашему телефону 540386. Несмотря на то, что проведение специальной военной операции идет уже более года, мужчины по-прежнему проявляют заинтересованность в службе по контракту. Просто проснулся и решил, что пора идти защищать свой дом, землю, ну и родину, в принципе, все. Так сюда и попал.